Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Перми на набережной реки Кама. Вот такой у нас тут поставили инсталляцию. Я со своим младшим сыном на него оглядываюсь постоянно, смотрю, где он. Но сейчас покажу вам набережную, переключаю камеру. Итак, вот она, наша набережная. Кирюшка тут гуляет. Кирюша, аккуратно стой пока. Такая вот у нас тут площадь. Галерею ремонтируют, передают церкви. Как у нас это сейчас обычно принято, мост дамский. Так, ну и спускаемся вниз к реке. Пошли. Вот так вот, тихонечко, да? Тихонечко спустимся. Сегодня суббота. Ясный, теплый день. На улице плюс 23. Народу кругом много. Пошли, пошли, пошли. Здесь у нас стоит такая вот ротонда небольшая, на которой народ любит фотографироваться. Друзья, напоминаю всем, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы у вас происходило уведомление, когда выходит мое новое видео. Вот как раз самолет пролетает, на посадку идет. Стой, мяшки. Самолет, да, Кирюша? Ух, самолет летит. Итак, продолжаем. Как только наберется 1100 подписчиков на моем канале, я разыграю между вами $100. Так что рекомендую, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Чем быстрее наберется 1100 подписчиков, тем быстрее я разыграю между вами $100. США. Да, Кирюша, самолетик пролетел. Да. Она как всегда. Вот такая тут у нас ротонда. Люди фотографируются. Лавочки. Церковь. Бывшая галерея в ремонте. Ну, в принципе, она все еще галерея остается. Но ее вот-вот уже ликвидируют. После ремонта это будет уже просто церковь. Да, пошли посмотрим, какой тут у нас обрыв, да? Не бойся. Внизу железная дорога, ходят в основном электрички, но и поезда также проходят, грузовые составы. Кстати, ее намереваются снести. Новый губернатор Решетников решил сносить эту дорогу, эту ветку. И здесь сделать только пешеходную зону. А дорогу перенести за реку, на ту сторону. Там дальше у нас КамГЭС, Камская гидроэлектростанция, находится за поворотом реки. Вот так вот тут у нас все выглядит. Куда ты хочешь? Нет, Кирюш, туда не пойдем. Пошли обратно. Пошли. Кирюша, иди сюда на дорогу. Там не надо ходить. Да? Ну ладно, на этом пока прекращаем. Там у нас поставили шезлонги. Народ, видимо, будет загорать, купаться в сезон, когда все нагреется. Или это не шезлонги, что-то просто лежит, непонятно что. Ладно, пока прекращаем. Всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал. До свидания, друзья. Мы поднялись обратно на площадь. Пойдем сейчас прогуляемся по городу, покажу вам нашу соборную площадь.
фонарь. Пошли вот сюда вот. Посмотрим, какая у нас здесь площадь, да, Кирюш? Ух, какой кубик большой, да, Кирюш? Большой куб. Да. Давай, Рук. Иди вперед. Смотри под ноги, а то в ухо упадешь. Вот это здание галереи. Кирюша, иди сюда. В принципе, для субботы и ясной погоды народу сегодня немного. Обычно тут больше народу бывает. Хотя, скорее всего, вечером будет народу много. Сейчас еще день. Начало дня даже. Кирюша, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Такие вот клумбы тут. Цветочки посадили, для шкафа висят на фонарях. Кирилл, стой, там машины ездят. Давай так, я ручку. Тут машинки ездят, надо за ручкой идти. Вон, пойдем посмотрим, памятник стоит. Пойдем посмотрим, что за памятник там у нас стоит. Здесь у нас гастроном «Партизан» — это магазин. Кофейня. Вот опять цветочки висят. И вот здесь поставили такой вот памятник Николаю Чудотворцу. Так, мы пошли. Пройдем. Там вдали вот видна мечеть. И еще дальше церковь. Так, пошли тогда быстрее перейдем. Давай, 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 давай. Тихонько, тихонько. Так. Ну все. Всем пока. Друзья, мы находимся в центре Перми. У здания. Как оно сейчас называется, даже точно не помню. В общем, раньше это была областная администрация, но сейчас это городская, так скажем, администрация. Разные министерства находятся в этом здании. Министерство Пермского края и города Перми. Наверху все еще находится эмблема Советского Союза, герб Российской Федерации. Кирюшка бегает, играет. Так, Кирюша, пойдем к фонтанчику. Пошли. Ух, спрятался, да? Спрятался. Пошли, Кирюша. Пойдем скорее. Давай, иди скорее сюда. Да.
все, ты за другую березку спрятался. Пойдем. Пойдем там фонтанчик посмотрим. Слышишь, там ребятки играют. Кирюша. Пошли скорее. Здесь у нас находится торговый центр, вот там за березами. Здесь офисное здание. Ну и тут также идут офисные здания. Тут идут раскопки какие-то. А там дальше за раскопками сделали новый фонтан. Вот туда мы сейчас хотим пройти, посмотреть его. Итак, мы пришли к новому фонтану, который расположен на эспланаде. Пермская эспланада, центр города. Там вдали фонтан. Ой, фонтан. Там и фонтан тоже вдали. Но мы видим пока вдали только памятник труженикам труда и тыла. Вернее, памятник труженикам тыла во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот это здание администрации. Вот такой фонтан сделали у нас. Для жаркой погоды самое то. Во время жары здесь побегать, поплескаться. Детям одно удовольствие. Да, дети уже балдеют. Дети счастливы. На улице плюс 22-23 градуса. Вода, честно говоря, из фонтана бьет, конечно же, не теплая. Достаточно такая освежающая. Но дети купаются, детям классно. Детям всегда в кайф. Вспоминаю свое детство, также в фонтанах купались. Но, конечно, не в таких. Таких в наше время не было. В наше время то все фонтаны были в форме чаш, различной формы. И мы любили плавать в таких чашах, в жару, купаться, плескаться. Кирюша, ты куда пошел? Ну, посидеть хочешь? Друзья, напоминаю вам, что как только наберется 1100 подписчиков, я разыграю $100. Так что скорее подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Как только набирается 1100 подписчиков, так сразу разыгрываю $100. Кирюша, не надо туда лазить, не лазит он. Ну все, на этом всем пока. До свидания.